Всем привет! Сегодня поделюсь очень вкусным рецептом. Сейчас в магазинах начала появляться клубника. Из нее можно приготовить быстрый десерт к приходу гостей. А можно побаловать себя и своих близких. Клубничное лакомство понравится и взрослым, и детям. Клубнику я сделала в двух вариантах – в белом шоколаде и в темном. Для приготовления ягоды надо сначала хорошо помыть и обсушить. На ягоды клубники могут остаться небольшие капли воды, поэтому каждую клубнику я по отдельности заворачиваю в бумажное полотенце, чтобы хорошо ее промокнуть. Темный белый шоколад я разламываю на небольшие кусочки и растапливаю на водяной бане. При растапливании шоколада очень важно, чтобы донышко кастрюли не соприкасалось с плитой, иначе шоколад может подгореть. Шоколад я растопила и получила жидкая масса, с которой очень удобно работать. Для удобства я выливаю шоколад в небольшие тарелки, а клубнику насаживаю на небольшие деревянные палочки. Ягоды я обмакиваю шоколад и даю ему немного стечь. Я прикасаюсь клубникой к краю тарелки, чтобы убрать лишние капли. Но делаю это очень аккуратно, чтобы на клубнике оставался равномерный слой шоколада. Сильно вытирать клубнику о край тарелки не стоит. Все ягоды, покрытые шоколадом, я выкладываю на пергаментную бумагу. У меня она с силиконовым покрытием, и когда шоколад застынет, он будет очень легко от бумаги отделяться. Оставшиеся ягоды я покрываю белым шоколадом и убираю в холодильник, чтобы он немного застыл. Совсем у кондитерского мешка я отрезаю уголок, заполняю его шоколадом и делаю на клубнике узоры в виде небольших полосок. Можно также срезать уголок у обычного плотного пакета. Теперь осталось ненадолго убрать клубнику в холодильник, чтобы шоколад полностью застыл. И можно подавать лакомство на стол. Конечно, клубника очень вкусная сама по себе, но в шоколаде получается очень изысканное лакомство, вкусный и необычный десерт. Клубника потрясающе красиво смотрится, она является настоящим украшением стола, хотя готовится очень просто. Если вам понравился рецепт, попробуйте его приготовить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока!